Доброе утро, ребят. Мы скоро уже выселяемся из отеля. В принципе, неплохой. За 2000 рублей. Так вообще супер. Кровать здесь широкая. Единственное, уже говорил, подушки фиговые, поэтому взяли свои. Они прям такие, знаете, отпрыгивающие. Голова устает на них спать. Катюша собирается. Я тоже немножко себя уже привел в порядок. Единственное, лицо еще не выпрямилось, но ничего. Ну, мы недавно прям проснулись. Давайте вам покажу вид из окна. Его, в принципе, здесь практически нет. Тут у нас кондиционер. Розеточка вот таким странным образом сделана. Дерево, городская улица. И там у меня кусочек видно машины припаркованы. Здесь два окна, но они практически идентичны. Ну тут тоже дома видны. Она очень короткая, видишь, она прямо здесь. У меня даже топики вот здесь заканчиваются. Может, мне что-нибудь другое идет? Если сегодня мы не найдем места в Махачкале, то вернемся сюда. А, ну мы опаздываем. У нас выселение в 12. Нам тетя сказала прям строго. В 12, чтобы у меня как штыки. Ну... Сейчас 12-13, я думаю, она не сильно нас отругает. Гостиница не супер популярная. Видала, тут еще что есть? Какие помпезные диванчики, тут да, креслица. Вон зеркало большое. Кулер, который у меня от воды, правда. Погладиться можно. А вот, наверное, этот бойлер, которого я ждал вчера, чтобы у меня вода теплая пошла. А вон ты, надпись сзади, не курите. Не курите. Фаи, выходите во двор. Вот так вот. Ну все, пошли, вперед переключением. Ничего страшного, я думаю, нас не отругают. Кухня, если что. Давайте расскажу о наших планах. Сегодня мы едем в Аул-Чох через Арганайское водохранилище. Еще у нас будет там водопадец. Сейчас я навел навигатор на Аул-Чох. Ехать отсюда даже ближе, чем от Махачкалы. 2 часа 20 минут. Еще нам надо, Катюш, где-то поесть. И, возможно, сегодня вообще не рабочий день. Ты что, выливаешь? Ничего, я пробку уронила. Другой бутылки, крышка. И Катюша постирала носочки. Слушай, вон так. Я думаю, ты труселя снимаешь? А я думал, это носки. А я думала, сова. А это труселя. Да там не видно, просто кусок ткани и все. Еще нам надо залить литров 17 топлива. И вот лука, на которой мы жили. Как красиво отражаются носки твои. Уютная улица, кстати. Заправились, еще минус 900 рублей, 17 литров. Единственное, нужно было бы, конечно, 20-очку влить, чтобы поместилось. Ну ладно, ничего страшного. До места назначения нам 2 часа 7 минут, ровно 100 километров. Погодка у нас плюс 12 градусов. Мы буквально проехали 15-20 минут, и здесь прям, ну, практически солнышко. Ну, видишь, просветление. Ну и дорога здесь, конечно, живописная. Катюш, сама давай, все сама. Мы сейчас овощей наберем. У нас будет такой завтрак. Клетчаточка. Давай попробуем сразу здесь. На, держи. Мы, кстати, до сих пор пьем воду, которую набрали в Чечне. Хочу палатку показать, в которую мы заехали. В живописном месте. Вот так все в полевых условиях. Живем, овощи поедим, печеньки, сок, а потом что-то посерьезнее. Викторин, это есть. Ой, слушайте, ребят. Вот эта манго вообще просто пушка. Нереально вкусно. Очень много орехов еще есть у нас с тобой. Я говорю то, что в какую-нибудь пекарню заедем, хлебушек свежий купим в тандыре. Практически подъехали к Арганайскому водохранилищу. Сейчас вот этот туннельчик проедем. Ой, какой жесткий тут лежачий-то был, а. Все, пригнали мы на Арганайское водохранилище. Погодка здесь вообще класс. Я, наверное, сейчас сниму толстовку. Просто сейчас в зиме какой-то были. Здесь совсем немного времени проведем, наша не основная цель. Красивая вода, но единственное, в прошлый раз, когда я сюда приезжал, она была лазурного цвета. Да, видосик снимет, Катя жалуется на меня, что я все время колючка. Я уже привык. Ой, я помню, как мы вообще наши первые с тобой свидания, общение. Вот только с лиганцушки так пунк, и все, она... Ёж. А еще я ночью тебя отталкивала, ударяла. Я этого не помню. Дикая. Реально. Ну, сейчас привыкла уже. Наоборот даже, уже уснуть не может. Угу. Так, руку на базу, ногу на меня закидывай. Слушай, давай-ка я переоденусь. Или просто, может быть, мне джинсовку снять. Посмотри на мои кроссы.
Это ты где так? Это я мыла это овощи. Вас озори здесь. Взяли с Катюшей хлеб на сыворотке. Ну, казалось. Я там в очереди, да, был. Мужчина взял 10 штук себе, там еще один взял несколько. В итоге они уступили мне, сказали, ладно, набери. Мне же всего одна нужна была. Только единственная, но очень горячая. Давай хоть покажем. Ой, очень горячо. Надо, наверное, подождать. Только меня, говорит, не снимай. Другой там что-то. А, реклама будет, что-то. Да ну, я не хочу, ну, что-то такое. Катя, на носочки почти высохли. Ну, еще буквально 10 минут. И по погодке, я вам хочу сказать, вообще очень хорошо. Я опять стал как придурок, но тут красиво. Надеюсь, я вас еще не достал красивыми видами. Приветики. Привет. Пистолетики. Выйди, сними видосик. Ну, а по поводу того, что я говорил как придурок, потому что, ну вот, смотрите. Вот полоса. Все равно тут как бы поворот такой затяжной, длинный, не очень острый. Я смотрю, вон там местные пикничок устроили себе. Очень-очень красиво. Ну, если что, вы потом пишите в комментариях, достал я вас этими видами или нет. Но очень хочется делиться. Мне еще потом нравится самому все это дело пересматривать через какое-то время. Катюша меня снимает что-то. Фоткаешь? Ну, у тебя фоточек мало, поэтому я... А я в основном видосики, видишь? Это на портрет снимаешь? Да. Ну, правда, фиговенько видно из-за солнца. Ладно, поехали. Там женщина попросила, чтобы мы ее с собой взяли. Но у меня сзади места нет. 43 минуты. Чего? Тебе? Все, пацаны, я попал. А это у нас Гергебильское водохранилище. Тут самое начало. И вот туда все до горизонта уходит. Ну, правда, не до самого, не там, где вот эта гора. Там мостик есть, можно постоять. И красивые горы везде. Нас ненавидеть потом будут. Ну и опять мусор, смотри, Катюш, внизу. Очень много банок из-под энергетика. Там пивные. Это рядом вообще супер природа. А подойди к камере заднего вида. Я хочу посмотреть, что там вообще будет видно. Ой, не могу. Смешно. А ты что снимаешь? Все подряд, уже не снимаю. Самая красивая природа из всего, что мы видели. Если будут какие-то праздники, мы захотим куда-то сгонять, посмотреть на красоту. Вот я вот выберу это место. Ты вот окошко просто вот засними, что я вижу, я в шоке. Мне кажется, камера это не передаст. Мне нравится разлом, который впереди. Здесь есть все. Здесь есть горы именно каменные. Здесь есть горы, которые все в зелени. Здесь есть вода. Поля, блин. В горах поля есть. Я в шоке. Это очень красиво. Мне, конечно, Швейцарии не нужно. Просто вау-эффект. Постоянно ловишь себя на мысли. Блин, офигеть, что я вижу? Я, конечно, вот не рассказываю, да, вот. Что это за гора, что это там за населенный пункт. Просто показываю эмоции и все, что мы видим. Мне кажется, это тоже очень интересно. Просто посмотреть.
не у всех есть возможность путешествовать, а вот так вот виртуальный тур. Прям очень красиво. Глаза отказываются верить, как будто я сейчас проснусь где-нибудь в квартире, такая, блин. Идешь на кухню, да? Чешешь жопу. Такой, ё-моё. Вытащи камеру просто из окошка. Катюха снимает материалы для телеги. И подписывайтесь, на самом деле, к ней на канал. Ссылка будет в описании к видосу, она всегда есть. И говорю я об этом уже не первую серию, что у нее получается порой там по 8-10 постов в день выкладывать. Иногда мы тухлим, но не потому, что не хочется. Часто не бывает интернета. Либо просто ешка, вот как сейчас. И с такой связью, конечно, не повыкладываешь материалы. Свернули мы на дорогу к селу Чох. Ехать нам 9 километров. Тут местами узкая, конечно, разметки нет никакой. Поедете, будьте аккуратнее. Температура у нас немножко падает. Сейчас плюс 19, было 23. Но оно и понятно, мы вверх едем. 1220. Вот, а мы будем где-то на 1500-1600 метров. Тут тоже везде хочется поостанавливаться, пофотографировать. Опять же, вижу туристы. Я сюда вообще, когда приезжал, думаю, туда ли я еду. Ни вперед, ни назад ни одной машины не встретил. По пути к аулу Чох вам еще встретится хутор Ходоп. Не знаю, тут какие-то достопримечательности, конечно, есть. Просто факт. Вся дорога сплошная достопримечательность. Почти приехали. Можешь, кстати, поснимать. Смотри, какие тут домики. Прям на обрыве такое ощущение. Между прочим, отделение связи было построено в 1894 году. 1931 год. Тут много таких старых зданий. Катя тоже контент фигачит. Мы идем туда. Приступай, Катюш. Здесь самый лучший вид. Китянский у меня снова самоделкин, да? Камешки строят там, всякие конструкции. Вот этот будешь использовать? Да. Но нас же никто не может сфотографировать, давай. Еще одна догоняет. А меня. Классно побродили, поделали фоточки, видосики поснимали. И следующая наша точка — это Салтинский водопад. Время у нас 16 часов 12 минут. Ехать отсюда, оказывается, вообще недалеко, 50 минут. Поэтому успеем. Световой день еще не закончился. Надеюсь, вам понравилось. Но лучше, конечно, я всегда говорю, не видео смотреть, а самому просто сесть и приехать. Ну, они там вдвоем тусуются. Какие окна красивые, а? Там света вообще. Немножко раздолбала дорогу. Легковой тачке тут будет периодически тяжеловато проехать в некоторых местах. Ой. О, видела.
Сколько прекрасных звуков. У меня защита сработала. Ну все, там, наверное, это самая жесть.